Более 40 ребят в этот день собрались у Центра социального обслуживания «Вера», чтобы вместе поиграть. И несмотря на то, что погода на дворе совсем не летняя, прохладный ветер вряд ли доставил кому-то неудобств. Если нравится тебе, то и другим ты покажи. Если нравится тебе, то сделай так. Совсем недавно отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья социального центра «Вера» в Развилке отпраздновало 3 года со дня открытия. За это время здесь создано множество реабилитационных программ. Этот праздник – попытка сделать нечто новое. У меня у солнца 100 забот. Обогреть ваш огород, все цветочки распустить, на веранде погостить. Идея проекта «Солнышко доброты» появилась у руководства центра и детского сада номер 45 как реализация направлений, заложенных в государственной программе «Инклюзивное образование», когда между обычными детьми и детьми с ограниченными возможностями здоровья не делается различий. Когда у ребенка есть какие-то ограничения в здоровье, он, как правило, замкнут, закрыт и старается изолироваться от сверстников. А в данном случае сейчас вы слышите, как они активно общаются, разговаривают, радуются. Программа праздника «Солнышко доброты» подготовлена совместными усилиями сотрудников реабилитационного центра и детского сада. И она довольно разнообразна. Танцы и хороводы сменяются рисунками на асфальте. После совместного исполнения песен такое же дружное отгадывание загадок. Как зовется время это? Угадайте, это... Глядя на детвору, непосвященный человек и не догадается, что среди них есть дети с ослабленным здоровьем, с задержкой физического развития, с элементами аутизма. Впрочем, даже папы и мамы, наблюдая, как ловко ребятня справляется с заданиями, забывают о различиях. Они все одинаковые, они дети, и у них нету, среди них не должно быть понятия, что они чем-то отличаются друг от друга. Что они все вместе, они такие же детишки, радуются детству. Ну и какой же праздник без подарков их для ребят подготовила одна из постоянных меценатов реабилитационного центра. Я их очень люблю. Я их понимаю. Понимаю, какой труд и педагогов, и врачей, а самое главное, их родителей. Мы не имеем права оставлять этих детей без внимания. Дружба между центром «Вера» и детским садом «Сказка» началась давно. Воспитанники дошкольного учреждения поздравляли детей, занимающихся в центре, и его сотрудников с праздниками 23 февраля и 8 марта. А акции, подобные этой, планируется проводить уже на постоянной основе. В планах у нас уже есть проект договора сотрудничества с центром. То есть мы как бы планируем в дальнейшем сделать это как бы на постоянной основе. Так что впереди у ребятни еще много праздников, подарков и хорошего настроения. Будет солнце! Максим Козлов, Сергей Ларин, Видное ТВ.